И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И копырь такой молодой, старый, мини-лап впереди. Здравствуйте. Выдались у нас очередные выходные. Как всегда на Ярославских землях. Красота. 4 часа. Не 4, 4:30 утра. Ждем Виктора, товарища. Вот. Сейчас подъедет чуть-чуть попозже. И пойдем мы на одну из многочисленных заброшенных старых разваленных деревень. Очень интересно посмотреть, что там. Виктор там был. Фундаменты там, говорит, некоторые вскрыты. Хочется посмотреть дом помещика, который там стоит, вроде как. Ну, не стоит, в смысле, фундамент от него остался. И какой-то холм. Он рассказывал, что там за холм, надо тоже глянуть. Может быть, в советское время натащили. А может быть, что-то раньше. Это вот за моей спиной через лесок туда. Но без него как бы, ну, он знает, как через лес туда ближе пройти. Поэтому все вместе и пойдем. А пока ходим здесь за деревней. Смотрим, что нам даст земляной дедушка. Смотрим. Вот деревня, но здесь как бы задняя часть. Она туда, ну как бы в ту сторону выходила. Но здесь попадаются камни закладные, очень похожи на то, что здесь тоже были дома. Первый сигнал. Рамочник. Скажу. Покажу сейчас. Что-то с фокусом у меня траблы. 48-й год. Ладно. Вон куча какая-то. Ну, это тракторами сгребали. Может быть, дома и сгребали, кстати. Такое тоже не исключено. Итак, братья и сестры, вошли в лес вон там. И двигаемся. Так, вот так. И вот там сейчас будет край... Куда? Ага. И там сейчас край деревни будет. Начало. Начало. Может, конец? Какой-то спорный сигнал. Ну, сейчас копнем на камеру. Комарьё зажрал, без сигарет нельзя. Да. Что-то выкопало. Железо какое-то, наверное, все-таки. Ну, посмотреть. Ну, железом начал. Ага. Железом бьет. Чернит. Ну да, вот он. Железяка, да? Ну понятно. Куда ж без него? Дошли мы до первых фундаментов. Ну да, странно, если это даже шурфы, то они весьма какие-то загадочные. Не загадочные, но край дома, вот он идет, край дома. А одна стена, вот там вот идет вторая стена. А вот. Здесь был, да, барский дом-то помещичий? Да, вот он. Другого-то нету этого. Такого. Ну здоровый фундамент был. Да, да. И вот он вот так вот, туда уходит. И судя по березе, разрушен он давно. Наверное. Здесь, по всей видимости, была парковая зона. Вот здесь. А это мы сейчас определим, что где было. Вон там дальше тоже есть два шурфа подальше. Там, ага. Тоже, видимо, может, какая-то хозяйственная постройка была. Но дальше вот этот вулкан. Ну, сейчас до вулкана дойдем, вулкан. Посмотрим, да, до холма. Да, вот здесь был барский дом. И на рельсу на мою пищу, там рельса рядом с прудом лежит. Втроем-то мы ее в три раза быстрее унесем. Что я один-то буду ее кувыркать? Ну, на эту, на веревку привязать и вперед. Вот видишь, вот топор. Царский, блин. Даже, по-моему, клеймо. Ну, клейма нету, но есть какие-то эти. Как, с какой-то стороны я видел насечки какие-то. О, слушай, старый топор, по-моему. Да, это я тоже выковырил вот здесь. Пытался поковырять в прошлый раз. Ничего нету на ней. Интересно. Так, ладно, это пусть пока тут. Вон подкладки железнодорожные, рельсы, откуда можно... А вот откуда здесь рельсы? Ну да. Вот странно бы. Я тоже думаю, может, ну, что я вам могу сказать? Может, он был членом комитета северных железных дорог? Точно, ага. И рельсы ему сюда домой возили. Зачем-то. Сейчас... На рельсы-то должны какие-то знаки. Ну да. Ладно, сейчас полазим. Вот-вот, с фундамента на дискриме
Сверху 35-й год. 35-й годик, квадратики. 35-й? Похоже, да. Откуда 35-й-то? 30 какой-то 8-й, 35-й быть не может. Да. А, да, 35-й еще были. Конечно. 38-й. Ну, не видно же. Ладненько. Вот этот холмик, вулканчик, как они его называют. Ну да, здесь какая-то постройка была, здесь яма. А здесь как вот, как гора такая. П-образный был. Насыпано. Дом был П-образный. Какой дом? Вот тот. А, ты там фундуки, что ли, изучаешь? Он состоял как бы из двух, либо Г-образный, либо П-образный. Ну вот, о, ямка-то, ну вот этот вулканчик. Да ну нет, это постройка. Это постройка, обыкновенная. А для чего же от... такую высоту-то городить? А вот фиг его знает. Ну поставили бы эти камни, построили. Для чего-то делали, кто знает. Это могла быть домовая церковь. Камень бы был бы. Да, бы что-то... Был бы камень, церковь просто так не ставили. Она могла быть деревянная. Деревянная, все равно ставили на камни. Дерево, думаешь, на землю тебе на голову ставили? Нет. Могли забрать и везти. Кого, камни? Да. Я тебя умоляю. Ну, короче, вот. Кто знает, подскажите. Это то, что дом вот сюда продлевался. Да, вот где-то тут она вся и стояла. Куча фундаментов, куча железа. Вот так вот шла улица, я так понимаю, вон там. Здесь были дома. Здесь вот какой-то прудик сохранился. Витя говорит, по легенде, у него каменное дно. Но проверить не представляется возможным. Господи, там Любка, что ли, ходит на той стороне? Думаю, там шастает. Ну ладно, пока смотрим. С этого края пруда... Ой, блин, заросло, конечно, здесь все. А? Александр, сейчас покажу. Говорят, серебро, что очень хорошо. О. Заваленный прудик. Да, здесь какое-то строение стояло. Ну, даже от бревна мы там кому-то. Покажите. О, висючек. Ой, хорошо как. Оп. 87-й год, что, хорошая монеточка. Отлично. Ну, прям под деревом. Хорошо. Это что у нас, тополя, что ли? Нет, это осины. А, осины? Что-то я не вижу нифига. О, так. Началось. Пробочки? Пробочки. Чем ближе к полю? Так, вылезаем мы с урочища. Больше пока ничего не нашли. Решили осенью вернуться пошурфить. Вот. Пока как-то вот так. Фокус теряется. Что-то у нас, по-моему, она барахлит ничего. Кто? Камера. Камера, да, ну сколько ей лет-то уже? Она вообще бабушка уже. Ой. Камера строения. Смотрим сейчас. Сигналов немного. Мусоров. Мусорных сигналов нет вообще на урочище. Ни пробок, ни проволоки. А где что? Вот пробки есть. Ну, пробки, понятно, ближе к полю. Так, видите, там что-то ковыряет. Выкопала. Что-то выкопала. Выкопала. Пробка очередная, 19-я. Ага. О, железка. Железочка. С дырочкой. С дырочкой. Пряжка. А. Я упарил. Ой. Голова уже кружится. Потерял. Почему? Да, сейчас уже к тридцатнику будет ближе. Так. Онлайнчиков снимаем. Я боюсь, что это веховое железо. Но мне иногда такое купили. У тебя железо вообще не показывает. Нет, у меня железо не показывает. Я бы не сказал, что уж она сильно верховая. Не,
Да. В лесу удобно. Поставить аккуратно трубу. Ничего не вижу. Зачем? Да, жары стоят, конечно, опять невыносимые. Ну, с тобой все не угодишь. Давай. Да где ты, я ночью? Ни хрена не верховое, верховое. Ну, щит крупно. Вот он. Кто, монет? Витус. Ой, ну наконец-то. Две копейки. Капусточка. Капусточка? Угу. Ну, хоть бы капусточку дали. Вот так вот. Угу. Брызга перестала работать. Надо обновить. Зато у нее вполне себе приличный сохранчик. Двенадцатый год. Показываем. Такая. Ну так, чуть-чуть, конечно, это. Посмотрим. Для, может... для этих почв очень даже прилично. Может быть, отойдет. А, так, у вот Виктора. У Виктора сигнал интересный был. Его. Пятачочек. Давно не было. Давай-ка снимем. Давно их не было, да. У Любки капуста. Вот такой малепусенький, хорошенький. Вот. Выползли из лесочка. Идем к машинам. Около 10 часов утра. Ха. Убитая! Сорок первый год. Ну ладненько, хорошо и так. Вечерком еще собираемся. Итак, с дядей Витей попрощались, мы поехали домой, у нас там дела. Он пошел собирать железо, выполнять норму, у него норма. Вот. Виктор, привет тебе, будешь смотреть, увидишь. А вечером мы сейчас дорогу себе сюда пробиваем, помните песчаные полянки, где мы последнее время ходим, где полы мы подбирали, ну, видели в предыдущих видео, скорее всего. Вот. Чтобы с дороги не спускаться, сейчас вечером в темноте, когда уже солнце будет садиться, мы сюда приедем и хотим подснять грунт в конце, где вот была куча чернины. Четкого фундамента мы, естественно, не найдем, потому что его свезли, сгребли трактором. Вот, но подснять, посмотреть, потому что там уйма чернины, возьмем сейчас с собой терку со снайперкой, как положено, и посмотрим, что пробили себе здесь. Зачем заезжали сюда, пробили себе здесь накат. Потому что в темноте будет сложнее кочки эти объяснять, объезжать. И рвы. Вот, чувствуете, болтаночка. Теперь мы можем спокойно сюда заезжать. Время 25 пока. Ой, время. Температура. Пока еще что-то мало, хотя время 11 часов. Да, может, еще сейчас жарче будет. Ладно, не прощаемся.